Всем привет! Вы находитесь на канале о вязании, о майнитин. Меня зовут Александра. И в этом видео я бы хотела рассказать вам о своих готовых работах за август, а также о процессах, которые переехали со мной в сентябрь. Август стал для меня тестовым месяцем, когда я попробовала вязать несколько проектов за раз. И я бы сказала, что для меня, в принципе, эта система работает. Раньше я вязала только один проект, и по завершению данного проекта я уже начинала что-то другое. Не всегда было настроение, не всегда были силы, не всегда хотелось, например, считать узор, если узор был какой-то сложный. И вот в этом августе я решила завести себе 4, получается, проекта. Вот. Один я закончила, все остальные на стадии, собственно, продолжения. И, наверное, эту систему я и буду продолжать. Итак. Что касается готовых работ, их у меня две, но осталась у меня уже одна, потому что остался у меня только плед, про него я сейчас расскажу. Абсолютно из такой же пряжи я еще вязала для маленького ребенка такую жилетку, даже не знаю, как свитер без рукавов, условно говоря, вот такую жилеточку я еще связала для ребенка, но ее уже у меня нет, и фотографии, по-моему, тоже у меня не осталось. Итак, что касается пледа. Плед я вязала платочной вязкой в 3 нити на 9 спицах. Что касается пряжи, которая здесь использована. Это мои ученические запасы пряжек. Да, раньше я ездила там в магазины, покупала все упаковками, у меня их просто дофигища. И при этом, значит, здесь две нитки белых. И это пряжа подмосковная, троицкая пряжа. И, значит, по составу это полушерсть, и при этом здесь 250 метров на 100 грамм. Здесь таких две нитки. Если вязать в одну нитку, то там, по-моему, рекомендованы спицы тройка, 3,25, да, 3,25, 3,5. Вот. Для меня вязать в одну нитку — это насилие. Я не люблю пряжу, которая требует спиц меньше четверки, поэтому раньше я вязала из этой пряжи две нити на пятерке. Полотно получалось достаточно такое приятное на ощупь, в принципе, и оно себя достаточно хорошо вело. Но я уже отошла от таких вот составов, где очень много акрила, и поэтому я решила избавиться от этой пряжи путем того, что связала себе плед. И третья нитка, которая здесь добавлена, значит, есть части у пледа посветлее, вот как здесь, есть части потемнее. Вот, не знаю, может быть, виден этот переход, вот здесь вот прям явно видно, что вот в этом ряду уже другая идет. Это пряжа с металликом. И их два вида. Первый вид это Аделия, насколько я помню. У меня уже не осталось от нее этикеток. Это акрил с полиэстером, насколько я понимаю. То есть там вообще они где-то даже пишут в составе, что это просто металлик, например. Кто-то пишет, что это полиэстер. Здесь я не могу подсказать ни по метражу. То есть моток 100 грамм, а вот какой метраж, я, честно говоря, не знаю. Вот. И второй вид пряжи. Вот тут такой же нелицеприятный моток. На 100 грамм здесь 394 метра, и вот по составу это 93% акрила, 7% полиамида, даже не полиэстера, а полиамид. Ну, в принципе, разницы большой нет. И это семеновская пряжа, называется это пряжа Firelight, костер. Вот, их у меня оставалось там около 3-4 мотков в совокупности. Не знаю, на сколько плед у меня ушло конкретно металлика, но, в принципе, там расход был небольшой. В принципе, плед сам по себе получился огромный. Он у меня, ну, для меня огромный, потому что это первая реально такая прям большая вещь. Он полностью закрывает полуторную кровать и в длину, и в ширину. Он тяжелый, он весит больше килограмма. И так как он получил особенную популярность, он уже весь в затяжках. Вот тут прям видно, что по краям начинают вот вылезать нитки, вот, например. То есть... В общем, под ним только ленивый уже не лежал, или на нем, или, в общем, используется он достаточно часто. Значит, из той же самой пряжи, то есть ровно так же две нитки вот этой подмосковной и две нитки металлика, я связала, как уже говорила, жилетку для девочки 3 лет, но я взяла другой узор, я взяла узор вафля, двойная вафля, то есть это когда
идет чередование, в двух рядах идет чередование, две лицевые, две изнаночные, а потом два ряда вяжутся просто там, либо, ну, по рисунку, либо просто два ряда лицевых, а с изнанки два ряда изнаночных. Вот. И там я брала спицы 7, чтобы получилось более плотно, так как плед он должен быть такой струящийся, мягкий, то есть такой более дырчатый. А все-таки вещи, которые мы носим на себе, должны нас греть, и поэтому там должно быть поменьше дырок. И из готовых работ, которые я могу сегодня показать, это все, поэтому сейчас я перейду к процессам. И в процессах у меня еще один плед. И он тоже из ученических запасов. И, скажем так, я не знаю, чем я руководствовалась несколько лет назад, когда я покупала эту пряжу. Потому что пряжа не то чтобы какая-то плохая или еще что-то, но пряжа, которую, наверное, используют для вязания свитеров, кардиганов, я бы не рекомендовала никому. Сейчас объясню, почему. Вот, собственно, плед. Я вяжу его теневым узором, и при этом теневой узор переходит... То есть на каждой ступеньке у меня просто добавляется... Вот было начало пледа. И у меня просто каждую ступенечку добавлялось по вот так вот 5 петелечек синего. Это не интарсия, я просто вот этот первый ряд провязывала две нитки вместе. То есть вот здесь вот это видно. Меня эта система абсолютно никак не волнует. Это плед домашний. Если тут будет где-то немножко вот видно, что переход какой-то недостаточно четкий, мне абсолютно будет на это все равно, потому что я, честно говоря, думаю, что этот плед долго не прослужит. Объясню почему. Значит, изначально я купила вообще вот такую вот зеленую пряжу, хотя зеленый для меня это абсолютно не... Даже не зеленый, а салатовый. Зеленый еще куда ни шло. Вот салатовый для меня абсолютно не свойственно. И что... Собственно, первое меня напрягло, это то, что пряжа уже в мотках, то есть, когда, допустим, там ее таскаешь в проектных сумках, там в пакетах, она уже начинает покрываться катышками. И это сейчас происходит на пледе ровно так же. Вот это самое начало, и здесь вот даже не нужно как-то на белом фоне все это показывать, могу показать вот на белом. Вот это начало пледа, и все, оно уже все в пуху. Этот весь меринос или акрил, это все начинает уже вылезать. То есть я не знаю, сколько этот плед прослужит, но по ощущениям не особо долго. И что самое интересное, я купила зеленую пряжу, и через неделю я сходила в магазин и купила еще голубую. Из голубой я связала первый в своей жизни вообще свитер, который был, по крайней мере, носибельный. Я его даже пару раз надевала. И после стирки он растянулся. Неимоверно, хотя стирала я в холодной воде, я его не вытягивала, я ничего с ним не делала. Но он растянулся чуть ли не до колен, то есть он, наверное, прибавил, вот не соврать, сантиметров 20 в длину, и он разросся в ширину. И, соответственно, здесь нужно, я даже не знаю, как это учитывать, потому что, видимо, эта пряжа расползается только в больших вещах, потому что я уже буквально, вот, может быть, месяц назад вязала образец, образец не тянется вообще никак. Но при этом я понимаю, что в пледе вот эта пряжа, она еще даст прям такое серьезное расширение. И, во-первых, она вытянется в высоту, и она вытянется в ширину. Не знаю, от чего, собственно, это зависит. И еще один момент, который меня просто поразил, когда я уже начала вот там добавлять вот эту синюю пряжу, ее стало больше половины, до меня вдруг дошло, что вот эта нитка зеленая, хоть это один производитель, один состав, это один вид пряжи, это не разные мотки. Но вот это тоньше, чем вот это. Причем ощутимо. То есть вот эту пряжу я бы взяла вязать, например, на пятерке. А вот эту, да, на шестерке, как я сейчас и вяжу. И это видно, то есть вот если я возьму и растяну, то тут прям вот, вот дырки. В эту мне так не получится сделать. То есть она, тут мне сейчас вот усилия приходится прилагать. То есть вот эта вот синяя пряжа почему-то гораздо толще, чем вот эта зеленая. Не знаю, если сейчас будет видно на камеру, вот если взять синюю нитку, она, во-первых, меньше тянется, меньше пружинит, чем зеленая. Если ее вытянуть под напряжением, вот, вот оно видно. То есть я сейчас их тяну одинаково, но при этом видите, как зеленая нитка утончается, а синяя нет. В общем, не знаю, от чего это происходит. Вот именно с такими, собственно, это не проблемы, наверное, для пледа это не так важно. Но, по крайней мере, эти моменты нужно иметь в виду, если
планировать какую-то большую вещь именно, в которой роль играет размер, то есть тот же самый кардиган или свитер. Что касается пряжи, которую я здесь использую, это пряжа от, тоже, по-моему, Троицка, насколько я помню. Да, пряжа называется Каскад, 125 метров на 100 грамм. И здесь 40% мериносовой шерсти и 60% акрила. Я вот так вот себя вспоминаю, я не знаю, почему я решила ее взять, но, видимо, потому что она вот так вот пухленько как-то, красиво очень выглядит, они лежали там такие, как большие конфеты. Хотелось, наверное, их взять, эти мотки, причем купить сразу все. Но сейчас уже с опытом я понимаю, что нет, такую пряжу я, к сожалению, брать больше не буду. Наверное, к счастью, нет, не к сожалению. Уже хочется чего-то более натурального, более приличного и более долговечного, а не так, что ты вяжешь вещь, и вот этот вот пух начинает появляться еще на момент создания вещи. Ну, то есть вот, вот это все видно, и это как-то абсолютно не радует. Абсолютно не радует. Надеюсь, я этот плед скоро закончу, он уже достаточно большой, и пряжа у меня уже, ну, больше половины связана. То есть у меня ее, наверное, около, ну, больше килограмма, это 100%. Извязать я ее планирую абсолютно всю. Так, дальше. Наверное, самый приятный процесс на данный момент – это вот такой вот свитер. При этом, значит, это уже не первый раз, когда я вяжу эту модель, и я связала в прошлом году свитер с косами, где косы шли по бокам и создавали потом линию реглана. Я очень люблю вязать регланом снизу. И вязала я его из Drops Air. То есть я связала таких несколько, там, два для себя, там, один для подружки. Несколько я вязала на заказ. И, собственно, сейчас мне ровно так же там попросила знакомая связать ей такой свитер. Но ей нужна была пряжа из более такого бюджетного сегмента, и я решила взять Alizelina Gold. Я, наверное, какая-то неправильная вязальщица, и турецкие виды пряжи для меня не то чтобы в новинку, но я их не так хорошо знаю, как вот... То есть я гораздо меньше вязала из турецкой пряжи, чем из той же самой российской. Вот. И Lana Gold я беру впервые. Значит, здесь 240 метров на 100 грамм, и рекомендуют они спицы, по-моему, от 4 до 6. И состав здесь 50% акрила, 49% шерсти. Для меня эта пряжа жестковата. Вот так вот на ощупь она какая-то вот... Я чувствую в ней акрил. И ровно так же вот... Ну, мне бы было, наверное, неприятно в таком свитере ходить. Не то чтобы неприятно, но некомфортно. Я очень люблю натуральные вообще составы. То есть я стараюсь как-то минимизировать процент акрила, но я знаю, что многие люди абсолютно спокойно к акрилу относятся. Мне просто в нем безумно жарко. То есть я прям чувствую, что вещь не дышит, что вещь не дает дышать мне. Мне становится в нем как-то прям вот, ну, неприятно. И, значит, что по свитеру еще? Значит, здесь идет резинка 2 на 2, при этом я ее вяжу на троечки, и потом перехожу на пятерку. Вот для меня, мне кажется, пятерка это, в принципе, оптимальный размер спиц под эту пряжу. Я попробовала и на четверке, и на 4,5, но вот пятерка мне нравится больше всего. Соответственно, мне сейчас осталось перейти к основному полотну, вывязать косы, вывязать реглан, и проект уже будет готов. Вот, и поедет, я надеюсь, к довольной хозяйке, будет ее греть. Это все по процессам. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Пока-пока!